Беспорядки сегодня вспыхнули и в городе Белгород-Днестровский Одесской области. Прямо на заседании исполкома горсовета, когда чиновники согласовывали возведение храма Киевского патриархата. Решение принято не было. Один из членов исполкома, Василий Кощи, проголосовал против. Он считает, что правовых оснований для разрешения на строительство нет. В ответ общественники, которые приехали из Одессы, устроили погром, перевернули мебель и затеяли потасовку. А затем облили Василия Кощи зеленкой, избили и попытались погрузить в мусорный бак. Полиция увезла пострадавшего, у него подозрение на сотрясение мозга. Правоохранители квалифицировали произошедшее как хулиганство, но пока никого не задержали. Оскорбляют меня, что я инородец. Я такой же гражданин Украины, как и они. Но они считают выше себя. Им чужое мнение, оно не нужно. Они людей провоцировали. Понимаете, ну это анархия, по большому счету.